шахматы – это классический древний спорт, который помогает тебе думать и действовать после того, как ты подумал. Это классика. Ну, допустим, если брать тот же интернет, если брать соцсети, они там рассчитаны на 30 секунд, на минуту, все такое. Человека неосознанно изо дня в день вырабатывать привычка делать какие-то умозаключения, выводы, основываясь на информации, которую ты получил за какие-то 20, 30, 40 секунд или даже минуту. Что можно основательного за одну минуту человека довести? Человек становится очень поверхностным и не думает, убиваются аналитические способности. И в таком мире шахматы помогают думать дольше, достаточно для того, чтобы что-то сказать хорошее, что-то сделать. Когда я выстраиваю отношения, когда я строю бизнес, это помогает думать, проанализировать, а как это может повлиять не только на мою жизнь, но на жизнь моего окружения, на моих людей. Я советую всем родителям научить играть в шахматы, хотя бы ради своих детей. Научитесь, покажите, что вы этим занимаетесь, и дети последуют вашим примеру и однозначно станут думающими. Тогда у нас будет думающая нация людей.